Сегодня православные христиане отмечают крещение Господне. Накануне в день сочельника в селе Абыйского района приехал с визитом отец Даниил. Он провел богослужение и встретился со школьниками. В феврале этого года в селе будет заложен фундамент новой школы в каменном варианте. И на этом месте отец Даниил провел обряд очищения, также богослужение. Вот в этот праздник, действительно, он, как праздник крещения, это великий, светлый праздник. Я бы хотел бы всех поздравить с ним, пожелать всем здоровья и милости Божьей. От всей души этого всем желаю. Храни всех Господь.